процедура, по сути дела, подходит к концу, хотя еще результаты неизвестны. Что подсказывает ваша интуиция, председатель общественной палаты? Я думаю, что будет избран Сергей Иванович Егоров. Это действительно кандидатура, которая из всех кандидатов наиболее достойная, которая и биографии, мы здесь говорили, соответственно, уровень, начиная от конкретных хозяйственных объектов, руководил, кончая всей краевой политикой края. Поэтому дай Бог, что пришли молодой, амбициозный. Я думаю, что в развитии города Лениногорска, по крайней мере, надежда есть, будет новый скачок. Было сделано до этого очень много, а сейчас нужны качественные изменения, то есть точки роста, и вот я думаю, что Лениногорск станет для Красноярска одним из таких точек роста. Не могу не спросить, оппозиция коммунистов, ЛДПР, ваше мнение? Они имеют право на такую точку зрения? Нет, позицию они имеют, но надо, если мы все граждане нашей страны, есть закон, и надо выполнять закон. Нравится он нам или не нравится. И второе, они действительно обидели своих избирателей, на мой взгляд. Извините, не успела подойти.